Всем привет! Сегодня мы посмотрим постройки Фокси. Опять же, один из простых самолетов, которые могут существовать только прям по дефолту везде. Просто блоки, да, поставим под накод. Сейчас посмотрим, что здесь везде внутри. Ну тут я не сильно так старался. Но вот тут красиво двери закрываются. Ну, то есть как проход реалистично. Так, я нашел ванную. Да. А здесь почему? Ага, здесь можно пройти тоже, да? Здесь кухня, да? Ну, типа того. Мини-кухня такая. Тут диван на пол гостиной стоит. Вот это немного мешает, и все. А еще телевизор. А где все кресла для пассажиров? Здесь, скорее всего, приватный самолет. Здесь не прям, чтобы так много пассажиров могло помещаться. Ну, там 3-2. Ну, и на месте пилота еще 2. Что здесь есть? Кнопки? Тут есть где-то кнопка, которая... пропеллеры, ой, винты, короче, включает. И распускает парашют. Опять же, проблема с фиксацией, она вообще не отключается. О, вот все, парашюты раскрылись. Ну, мы можем только отплыть, получается, у нас больше нет шансов никаких. Я же тебе говорю, фиксация не отключается, я не знаю, что. Вот я снова нажимаю на нее, включай не включается. Воду. Включай воду. Все. Аккуратно. Это не я управляю. Управляет в основном самолетом только первый пилот. Да, второй пилот, ну, как декорация получается. А куда эта полоса поехала? Мы как у меня на нее вернемся? Никак уже, потому что самолет странно летит. А как это мы так летим вообще странно? Вообще, если считать, то когда ты летишь на самолете, ты можешь ходить по ним. То есть, ну, я так разработал здесь. Это так работает. Надо пилота сменить срочно. Этому пилоту только 4 года, куда мы полетим? Я сейчас пойду по самолету. А, тут что так крутится? Я не советую никогда ходить по самолету, когда он вот так вот крутится. Тогда что? О, вот все прекрасно, у нас работает один. Сейчас к нам пройдут. Ага, пропеллер крутится, второй нет. Нет, мы снова. За что? Ну, значит, давайте мы без пассажира полетим. Жалко его, конечно. Ладно, полетели. Новый билет. Самолет один из приятных вот летает. Мы летим с вами на острова. Отдых. Все, что вы хотите. Сокровища. Все, что мечтает любой адекватный человек. Ну, а это наша, наверное, конечная работа. Вернее, остановка. Ой, я куда? Не туда. Большой такой, застрял самолет. Нет, мы спокойно едем. Или нет? Где я? Что это такое? Мы сейчас взорвемся! Нет, мы не взорвемся, мы будем выше жить. Улетай, выше. Наши части воруют, нас разносят, нас уже улетают. Сколько за ремонт придется заплатить самолета такого? И у нас отказали двигатели. Прикольно. Если некомфортно, пожалуйста, не старайтесь пересесть. Придется терпеть еще. Если хотите, я могу показать вам туалет, который летает. Неудобно летает, но летает. Я это называю вертолёбус 2.0. Да, он работает, но одна проблема то, что если вы попробуете его управлять, он будет раскручиваться везде. Это же типа туалет, да? Когда нужно улететь. Да. Это будет очень долго. Сейчас мы его включим. И теперь понимаете, почему в основном невозможно на нём так летать. Ализия, отключи у палочек. У вот этих золотых деталей отключи коллизию. Вот они мешают. Вы просто проваливаетесь. Ну, можно так сказать. Если так смотреть, то это выглядит очень забавно. Ай, я хочу куда-нибудь сбежать. Я нужно быстрее куда-то улететь. Конечно, для этого понадобится летающий вертолет. Ну и... летающий вертолет. А вы где? Потому что обычно, когда я пробовал летать на этом, меня переворачивало и... А, топливо кончилось. Где вы приземлились? В бездне. На этом наше видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Геймс и Фокси. Всем пока.